Российская газета «Московский комсомолец» опубликовала ответ заведующего сектором администрации президента Азербайджана Фуада Ахундова первому заместителю председателя Комитета Госдумы Российской Федерации Константину Затулину. В статье под названием «Особое мнение о Галигине Нжде. Героизация недопустима» автор обращает внимание на то, что российский депутат решил вступиться за право армян на собственное мнение в вопросе героизации нацизма, при том, что архивы хранят достаточно свидетельств сотрудничества Нжде с Третьим Рейхом. Нжде создал идеологию «Цигакрунутюн». В точном переводе с армянского языка это слово означает «расизм». Эта идеология практически списана со знаменитых нацистских 25 пунктов. Позиция Константина Затулина по вопросу героизации нацизма в Армении идет вразрез с заявлением МИД России, обращениями российской общественности и документальными свидетельствами из архивов служб Российской Федерации. Такое благодушие недопустимо, как недопустимы и безнравственны любые попытки исказить и переписать историю, тем более накануне 75-летия Великой Победы.